Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Toyota Prius гибрид 2017 года в сером цвете с бензиновым двигателем объемом 1,8 литра, мощностью 98 лошадиных сил. КПП передний привод, имеется камера заднего вида, парктроники. Автомобиль на литых дисках хорошей резине, установлены ветровики, имеются повторители в зеркалах, пробег 120 тысяч километров. По салону темный салон. Чисто ухоженно, имеется полка в багажнике, мультимедиа, климат-контроль, кондиционер, драйв-мод, F-режим, мультируль, круиз-контроль, контроль полосы, система курсовой устойчивости, автосвет, кнопка старт-стоп, электрорегулировка зеркал, 4 стеклоподъемника. Актуальную цену наличия данного автомобиля смотрите по ссылке в описании.